вот каждый день ходим от отеля прямо вот по этой линии, приходим на пляж, и там в конце буквально 150 метров уже береговая линия. И именно в этом месте, где мы выходим на пляж каждый день, сейчас снимают фильм с Дэвидом Сетхэмом. Что-то я своих найти не могу. Наверное, дальше ушли. Здесь пирс, видимо, для лодок каких-то. Может быть... А, ну там, кстати, вот трап даже есть. Наверное, для больших судов тоже. Еще есть такие лодки, где дно прозрачное, можно смотреть. Живность внизу. Так, все, мне кажется, я их вижу. Так. Ну точно. Сейчас я где-нибудь прижмусь, почему-то это на близком расстоянии тяжело держать камеру ровно. Блин, то волосы, ай, черт, то волосы, то люди ходят, не дают снять. Очень красивая галька из кусочков кораллов. Ты себе контрабанду, да, собираешь? Где? Дальше? Вот это я смогу провести. То странные мужчины? Загорелые опять, два или три сантиметра. В стрингах? Я не знаю, что. Ты старалась на них не смотреть, да? Дайвингом занимаются. Тут как бутик, наверное, штук 15 сидел. А я видела, выходили уже в костюмах из воды. А это не так, знаешь, по грудь. Как будто на ногах стояли или Ну, да. Здесь, обратите внимание, очень много выброшено кусков кораллов. Они, наверное, здесь есть. Вот эта гряда, наверное, темная воды. Видите, темная перед кораблем? Там, наверное, как раз-таки кораллы, которые можно посмотреть. Может, даже рыбки какие-то есть. Вода мутная. Уже все, сезон заканчивается дайвинга. И не только дайвинга. Скайдайвинга. 27 градусов, зима. Это самое холодное время. И вот Софья сказала, что летом просто невыносимо. Все ходят с зонтиками, в очках, кремом измазанные, чтобы не сгореть. Местные, то есть. Мы-то понятно, здесь вообще не выживем. Мы здесь до 21-го. Январь, игра. Не твой ракурс, ты меня будешь ненавидеть за эти кадры. Вот, возле этих утюгов наш пляж прямо напротив. Меня опять бросили. Есть такая картинка, где две сидят азиатки, я не знаю кто, китаянки, наверное. И одна другую тыкает пальцем так, с очень хитрым лицом. И надпись. У каждого есть назойливый друг. Если у вас нет, наверное, это вы. Короче, это я. Периодически они от меня сваливают. И здесь, кажется, съемки начались. Кажется, это кто-то с волосами. Это не он.
15 декабря. Сегодня вечером мы уезжаем на скоростном поезде в Гуанчжоу. А до этого времени мы будем купаться, трескать остатки, чего мы не попробовали вкусного, и собирать вещи. Сказала бы я, что нам грустно уезжать, но это не так. Мы уже устали ничего не делать. Есть люди, которым пляжный отдых, наверное, подходит, но нам он подходит только в том случае, если мы займем себя чем-то интересным. А Даша поступила просьба нас с мамой уйти, чтобы она могла попинать рюкзаки. Такие счастливые лица, ура, мы едем в зиму. Мы просто едем. У меня впереди тоже рюкзак. На вокзале в Санье. Наша мама снова захотела поесть. Даша, расскажи, пожалуйста, что было. Мы зашли в KFC и узнали, что мама не любит острое. Как раз так. Ничего, он там и смазал ровный квадрат. Расскажи. Ты можешь спиной, и мы тебе голос изменим. Ровный грязный квадрат получился. Из соуса. KFC это было. Да. Мой первый поход. Наша сказала, что дело тоже острое. Там какая-то коричневая нефть. Такая же густая и с таким же вкусом. Ужас. Я просто брала, я просто вытаскивала этот соус, пыталась его смазать на бумажку. Ничего не помогло. Нашелся плюс третьей полки. Это багажная полка, которая сейчас никем не занята. Я здесь разложила свои железки. Даша. Угадайте, что я слушала сегодня всю ночь. Правильно. Милые звуки отхаркивания. Слышите? И так всю ночь. А потом я проснулась. И точно так же во всех уборных. В конце вагона. Но не прелесть. Звуки поезда стали более приятными и интересными. Одна женщина поет мантру. Сзади меня тоже кто-то начал петь. И по радио включили что-то традиционное.